В администрации области обсудили и вопрос переиздания Тамбовской энциклопедии. Существующая версия уже устарела и требует значительных доработок. Проблема в том, что существующая на данный момент версия не имеет электронного аналога. Материалы в ней тоже нуждаются в корректировке и дополнении. Тамбовская энциклопедия, существующая, актуальная, вот, была издана в 2004 году, но у любых энциклопедических изданий есть свои специфические особенности. Во-первых, они требуют постоянной актуализации в связи с уточнением каких-то событий, появлением новых людей. В этом смысле они достаточно быстро стареют, поэтому требуют переиздания. Полиграфическая составляющая энциклопедии тоже уступает аналогам из соседних областей. Обновленное издание должно получиться нагляднее и стать богаче визуальным материалом. По мнению экспертов, проект вполне можно завершить в течение ближайших 2 лет.